На жаль, Беларусь з'яўляецца апошняй краінай у Еўропе і на постсавецкім прасторы, дзе захаваўся такі від пакарання, як смяротнае. Калі сям'я атрымлівае пасведчанне аб смерці, прычынай гэтай смерці ў гэтым пасведчанні ёсць прочырк. Я ездила гадать после всего случившегося. Мне одна гадалка ответила, что ровное место, окраина леса, кусты. Похоронен, как собака. Поначалу я садилась у этого портрета, просила сына приснизить, где ты? Угу. Расскажи мне, где ты? Не спится и все. Як мне падаецца, з'яўляецца такой даволі кансерватыўнай краінай. Я маю на ўвазе кансерватызм савецкі, не кансерватызм нейкі рэлігійны ці нейкі іншы. А мне гэта савецкі кансерватызм. І калі ўзгадаць гісторыю Савецкага Саюза, то смяротнае пакаранне там носіць такую вельмі значную ролю. Калі браць перыяд пасля рэвалюцыйны, 30-е гады і так далей, у Савецкім Саюзе вельмі актыўна выкарыстоўвалася смяротнае пакаранне, прычым па вельмі шырокім, скажам, складам злачынстваў. Расстрэльвалі не толькі за забойствы і нейкія гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні асобы, але ў тым ліку і да асобаў, якія з'яўляліся ворагамі дзяржавы, альбо па эканамічным злачынствам. Напрыклад, у Савецкім Саюзе быў доўгі час дзейнічаў артыкул, які прадугледжваў смяротнае пакаранне за крадзёж дзяржаўнай маёмасці ў буйных памерах. Быў ён адменены толькі там дзесьці пры канцы 80-х гадоў. Таму, можа быць, звязку з гэтым можна патлумачыць тое, што Беларусь захоўвае гэту меру пакарання. Адвакат прынёс мне распечаткі з інтэрнэта па поводу смертнай казні. Я тебе уже пісаў о том, што я проціў гэтага наказання. Не толькі таму, што я являюсь прыгаварённым к ней. Вот министр юстиции, высказывая свою точку зрения за сохранение смертной казни, говорит, что, рассматривая этот вопрос, нужно спросить мнение у родственников погибших. Эмоции и месть – это не правосудие. В таком случае и суды не нужны. Пусть дадут тем самым родственникам в руки оружие. И суд Линча. Когда нам 19 марта сказали, что Андруши нету, 20 марта мы поехали на кладбище на Северное. Ну, думали, найдем свежую могилку, может, где-то что-то. Мы обратились к начальнику кладбища. Он
стал говорить, что на северном кладбище даже бомжей не хоронят. И такого быть не может. Спустя некоторое время мы опять ездили на кладбище. На другие кладбища как бы пытались попасть, но нигде мы не нашли. Другой раз едешь, по дороге очень много стоит памятников. Ну, не памятников, крестов, стоят венки. И думаешь, ну почему? Вот человек разбился на дороге. Там стоит крест, у него есть могила. Почему я не могу прийти на могилу своего сына? Это очень жестоко по отношению к близким. Смяротное покарання не только у тим, что забивает держава людей, а еще так само у тим, у той таємниці, якую держава робить с мого виконання гэтых присудов. Шесть годов календарных отпрацовал в органах внутренних справ. На разных посадах был. И последняя моя посада была начальник управления внутренних справ Витебского обвыканкома. И мне довелось там працевать в самый складанный час, когда Михасевич, маньяк, дейничал свое злочинство на территории этой Витебской области. И в ходе расследования этой справы мы высветлили, что за это вот злочинство, которое Михасевич сделал на территории Витебской области за 15 годов, незаконно были осуждены на долгие термины изневоления 13 человек. А один из их терения был расстрелянный по приговору Витебского областного суда. То есть человека расстреляли ни за что. И коли ранее я неяк не задумывался о смиротном покарании, какое было у нас на территории Советского Союза, и пытаний никаких таких не возникало, то после этого выпадку и после этих вот судовых помылок, какие вот мне пришлось обачить на свои очи, я пришел до основы, что это неправильно. Не повинен никто позбавлять человека життя. Что тычется там разные таебницы, секретов и так далее, относно этих питаний, то мне кажется, что над этим питанием улады и не думали. Все это идея еще с часов советской улады. Как там было, так поступово это перешло и в нашу сегодняшнюю республику. Ну, коли удуматься, коли поразважать, то на сегодняшний день это не зрозумело, чему уже приведенный у выконания, значит, присуд смиротный человеку, чему его тело не отдается его своякам, батькам, там, родным, близким. Ну, я не ведаю, в какой краине еще есть такие дикие нравы. Хотя все кажут, что мы находимся в Европе, и география это подтверждает. И все подходы, что мы европейцы. А тут некое, ну, пробачьте, ну, некое, ну, дикунство страшное. Чему это робится? Я не могу на это дать отказ. Не могу знайти его сам для себя. Я задумался над этим питанием.
зараз знаходзімся каля будынка непростога. Гэты будынак знаходзіцца ў горадзе Вільня літоўскай рэспубліцы. І менавіта ў гэтым будынку у свой час у 20 стагоддзі мешкалі карательныя органы, такія як гестапа падчас нямецкай акупацыі, фашысцкай акупацыі, і такія як КДБ падчас савету. Зараз за маёй спіной можна заўважыць якраз такі адбіткі куль яшчэ з тых часоў, калі расстрэльвалі людзей у гэтым памяшканні. Як вы бачыце, сістэма засталася тая ж самая. Во время советской реоккупации смертная казнь приводилась в нашем здании в Вильнюсе, где сейчас есть музей жертв геноцида жителей Литвы. Имеем данные, что в этом помещении, в котором мы сейчас находимся, было застрелено и убито 766 человека. Когда человека приводили в эту камеру, здесь стоял стол в этом месте. За ним сидели прокурор, который должен был участвовать, начальник тюрьмы и работник из архивного отдела, из отдела А. Тогда прокурор уточнял данные, что приводили этого человека, или по фотографии, или по анкетным данным. После этого человеку давали лист бумаги, и ему говорили идти в следующую комнату, чтобы он может писать еще помилование. Когда человек проходил через эти двери, ждали за дверьми палачи и сразу человека убивали. Иногда сразу стреляли человека, иногда его били, чтобы он потерял сознание, а потом только доканчивали на полу. С 1962 года из Литвы в смертную казнь людей приводили в Минск. Амністыі Інтэрнэшнл, міжнароднай амністыі, сусветна вядомай арганізацыі па правах чалавека. Яны даюць такую лічбу, больш за 400 чалавек былі расстраляныя за перыяд незалежнасці Беларусі. Вся сітуацыя са смяротным пакараннем, яна мае такую таямнічую завесу. І целы не выдаюцца на пахаванне сваякам. Дзе яны пахаваныя, на жаль, мы не ведаем. І таму гэта сітуацыя хвалюе яшчэ і тым, што смяротнае пакаранне для чалавека – гэта найперш катаванні, бесчалавечнае абыходжанне для сваякоў. Солигорска, хотела увидеть мать Василия Изубчика. Вместе с моим сыном сидели. Хотелось пообщаться с ней, поделиться горем. Ведь скоро 18 марта год, как наших сыновей расстреляли. И очень хотелось увидеть мать Василия.
Они просидели более чем полгода вместе. Я думаю, что и куском хлеба между собой делились. И в горе, и во всем они были вместе. Бог знает, может быть, они даже в одной могилке похоронены. Но случилось так, что матери нет дома. Конечно, жалко об этом. Все-таки хотелось ее увидеть. Я сама неоднократно писала в парламент и к президенту Беларуси о том, чтобы помогли нам найти могилку наших сыновей. Но всегда однозначно отвечали, что есть закон, что дело не выдается, место захоронения не показывается. Завесу вось гэтай сакрэтнасці крыху нам прыадкрыў спадар Олег Алкаю, які ў свой час быў і кіраваў сезон нумар адзін горада Мінска, дзе якраз такі адбываюць вось гэты час ад вынясення прысуда да яго выканання гэтыя людзі. Можна ўзгадаць такую гісторыю, якую таксама распавядаў Алкаю, што падчас таго, як ён кіраваў вось гэтым сезон, двое асужаных, якія знаходзіліся в адной камеры, а ў адной камеры сидзяць яны па двух, каб не адбылося вось такога моманту нейкага суіцыда, каб ніхто не павесіўся там вось. Двое людзей, да якіх быў вынесены гэты вырак, яны ведалі гэтую сітуацыю. Калі чалавек захварэ і памрэ, альбо будуць іншыя абставіны і ён памрэ, то ягонае цела сваякам выдаецца. Гэтыя людзі сіліліся па чарзе. Спачатку павесіўся адзін, потым другі зняў яго, паклаў на ложак і потым павесіўся сам. Калі супрацоўнік вось гэтай установы ўбачыў тое, што адбываецца, было ўжо вельмі позна. Целы гэтых людзей былі выдадзены сваякам за 3 дні да выканання прысуду ў выглядзе смяротнага пакарання. Когда был референдум, я даже не знаю, за что я голосовала, понимаете? Потому что, наверное, когда человека не коснется, он этого никогда не поймет. И я до сих пор не могу вспомнить, за что я голосовала. То ли я за смертную казнь голосовала, то ли против, понимаете? Потому что, во-первых, я не знала, что это настолько жестоко, что это не выдают родителям, что это не говорят ни места. Это очень-очень-очень для родных это... Я даже не знаю, каким словом это назвать, понимаете? Когда вот узнали, что дружки уже нету, вот мы сделали заочное отпевание, и батюшка в церкви сказал, что посыпьте эту землю на могилу близких родственников и закопайте вещи. Ну, мы так и сделали. Еще не понимаю, каким мерилом измеряет наша Фемида исключительную опасность того или иного человека, вернее, преступника. Приведу пару примеров. Еще до меня в Солигорске судили парня с набором статей, аналог моим, за исключением оружия. Также 2 убитых, но с особой жесткостью, а приговор 25 лет ИТК. Получается, я более опасен? Государство выступает в роли мстителя. А как же родственники приговоренных? Как им жить в этом государстве? Да, это тоже эмоции, но тем не менее. Шмат хто лічыць тое, што гэта яго не датычыцца. Але пры нашай сённяшняй судовай сістэме, якая ёсць у краіне, кожны з нас можа стаць прочаркам.
пора.